Кандидат педагогических наук Жанар Байсейтова, вошедшая в проект «100 новых лиц Казахстана», названа лучшим преподавателем вуза по итогам республиканского конкурса «Лучший преподаватель вуза 2017 года». В смотре, проводимом Министерством образования и науки, участвовало более 300 педагогов со всего Казахстана, а конкурсные требования были достаточно высоки. Данный конкурс предполагает результаты деятельности, научно-педагогической, научной деятельности каждого преподавателя. Главные критерии оценки деятельности, они рассчитываются по качественным и количественным показателям. То есть сюда включаются такие пункты, как издание монографий, учебно-методических пособий, это и публикация научных статей не только в журналах наших казахстанских, но и международных. Комиссия выбирала победителей по достижениям за последние 5 лет. Грант 2000 МРП получила победительница конкурса на реализацию научной деятельности. Грант нужно реализовать в течение года. Он предполагает публикации научных статей, монографии, а также стажировку в зарубежном вузе, входящем в топ-500 лучших учебных заведений мира. На сегодняшний день педагогический стаж Жанар Байсейтовой составляет 15 лет. Она начала исследовать проблемы инклюзивного образования. Победа в конкурсе «Лучший преподаватель вуза» это еще раз доказывает о том, что я попала в эти 100 лиц. Вместе с Жанар Байсейтовой лучшим преподавателем вуза названы Гульнара Суюнова, Майгуль Расханова, Арман Ахметов и Гульфира Отепова. Мируэрт Шукуева, Юрий Белевский, РТСИНФОРМ.